Так, недавно я вам показывала шампуники, которыми, да, пользуюсь. И очень многие написали: Софа, покажи средство, которым ты пользуешься после шампуней. То есть для укладки, либо как для термозащиты, либо просто увлажнить волосики. У меня есть одно средство, оно вот так вот выглядит, оно называется 17 в одном. Оно правда классное, оно правда очень круто работает, оно доступное по цене и пахнет невероятно. Сейчас я вам даже его, ну, покажу в применении. Смотрите, вот я разделяю волосы на две части. И на влажненькие, да, я их только помыла, и на одну часть я пшикаю вот так вот по росту этот спрей. В основном побольше на кончике я делаю. Все, этого достаточно, распределяю. Сейчас расчешу волосики и просто просушу, без выпрямления, без всего, просто просушу. Вот одна часть у нас получается будет со спреем, а другая без спрея. Смотрите, волосы высушены, волосы расчесаны. Посмотрите, как здесь гладко, да? Ну, я сама по себе волнистая, как бы супер идеально гладко не будет. Но посмотрите, как здесь гладко. И как здесь тоже гладко, но посмотрите на вот этот вот пушок. Вам видно? Вот он. И волосы не такие гладкие, как должны быть. Вот, спрей делает свою работу. Мне пришлось напшикать снова водой эту часть, напшикать ее спреем. И высушить. Посмотрите, несмотря на то, что волосы красивые, блестящие, дисциплинированные, никуда не пропал объем, он на месте. И вот как волосы блестят. На солнце вообще будет разнос. Мне нравится, что это средство подойдет абсолютно каждой девочке. Неважно, какой у вас тип кожи, неважно, какой у вас тип волос. Любая останется довольна. Посмотрите, вот так оно выглядит. Это компания Ликата, всем известная. Я оставлю ссылку как на ВБ, так и на Озон. Очень классный, правда. Называется 17 в одном. Я его называю спрей дисциплина. Он, правда, очень классный. Посмотрите, какой...